Советская и российская актриса театра и кино Нина Сергеевна Шацкая родилась 16 марта 1940 года в простой московской семье. Уже в детском возрасте у нее проявились творческие таланты. Нина занималась вокалом и мечтала стать известной певицей. А в старших классах ее увлекло актерское искусство. И после окончания школы она успешно прошла вступительные экзамены в ГИТИС на факультет музыкальной комедии. После получения диплома Нина Шацкая была принята в труппу знаменитого театра на Таганке, на подмостках которого прослужила без малого 30 лет. В 1964 году к Шацкой пришла настоящая известность после того, как она сыграла роль пионер-вожатой в культовой советской кинокомедии «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен». Вторым избранником актрисы стал известный актер Леонид Филатов, с которым она познакомилась в театре на Таганке, когда они вместе исполняли главные роли в спектакле «Мастер и Маргарита». Это была любовь на всю жизнь.